Так. Так, это у нас какая деревня? Коровенко. Коровенко. Утренняя зарядка. Так. Поехали. Ну что, нажимать, ага. Не нужно. Не надо. Нажал. Ага, ну три, ладно. 4, 5. Считай, мужик. Поехали. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь заново. 1, 2, 3. Пресс. Поехали. Считай. Раз. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь приседания. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Спаси вперед, да? Так, теперь ты давай отжиматься. Да. Отжиматься. Вот такие люди. Ноги болят. Ага. Вас как зовут еще раз? Меня Петровна зовут. Петровна, а вас как? Зляков Семен Семенович. Очень приятно. Спасибо, что сняли фильм про вашу деревню. Что, будете управляться сегодня сейчас? Воду возите, да? У нас водокачка дома. Ну-ну. Хорошо у нас. Скажите, вы в жизни больше где всего работали? Ой, на ферме дояркой. В этой деревне? В этой. Сколько стаж доярки? Ой, не знаю. Ну, лет 40? Нет. 30? Чем маленько. 30? Mm-hmm. С чем-то, да? Вам большое спасибо за труд. Пожалуйста. А вы где больше всего работали? Здесь тоже, на ферме скотник. Ага. Сколько лет примерно? 25 лет. 25 лет. Тоже вам большое спасибо за такой труд теряли. Что живете в таком красивом месте. Гляньте, какой у них домик. Березка. А тут скворцы по нему живут, да? Скворцы бывают? А я повез мебель, вертарку и межовку. Вот такая деревня. Гляньте, закат. Ой, точнее, рассвет. Самолетик покажем, да. Вон, гляньте. Полетел, наверное, в Сочи, с Новосибирска. Или в Москву. Сейчас эту улицу покажу. Не уходите, погодите. Айдайте со мной вместе. Айдайте. Смотрите, как печка топится. А где машина стоит? Кто живет? Один живет? Женой. Женой. А дальше кто? Там Росликовы живут. Там Осипенкины. Ага. А там сальники. О, все, короче, занятые дома. А у вас такая трудовая один у вас, да? Да. Такой домик раз. Типа теплый дом? Да не очень. Не очень? Печку? Одна печка? Две? Две, да. Все равно здесь живете? На таком месте как раз проезд. И там деревня большая, вас гляжу еще. Еще там. Не сильно, только что дома стоят, правда. Ну-ну. Как домов не будет, да. Гляньте, как красота, как они живут. В каком месте волшебном. Вон и самолет у них здесь летает близко. Где? Вон там. А, вон там еще, да. Где солнце, да? Вон он. О, как красиво, гляньте. Ну ладно. Говори, что хотела. Говори. А, ладненько, вам тогда желаю здоровья и долгих лет. Ну а вы что-нибудь людям скажите, привет какие-то. Пожелания. Здоровья, счастья в личной жизни. Ну, чем больше еще? И мира, да? Да, и мира. Был бы мир на земле, было бы, ага, хорошо.